День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Спеланки. Итак, звук есть, все есть. Поехали! Поехали! Так, хорошо. Хорошая вещь в том, что я могу доставать копалу. Плохая вещь в том, что я уже второй раз по глупости умер на ледяных пещерах. Что? Мне стоит, как бы, обдумать и перестать это делать. Просто-напросто перестать. Все очень просто. Перестать делать глупости, и тогда мы пройдем спеланки уже сегодня. Так, да, короля яму пройдем, все пройдем. Так, давайте, по-моему, шмопсика я слышал. Он где-то справа. Так, есть... Нет. Ничего там не выпало. Нет у меня собака-глюки. Собака-глюки. Так, здесь вообще ничего нету. Смотрим. 500 монеток. Мне шмопс приглючился. Ну, видите. Глюки. У кого какие глюки? А у меня собаки-глюки. Так. Вообще нету. Или вот здесь вот за стеной есть. Не видно. Ну, давайте пойдем дальше. Хотя отвратительный первый этаж на 3500, без шмопса и без ничего. Но, ну, бывает. Так, давайте здесь собираем это. Давайте все-таки вернемся за полтинничком. Отлично. Так, шмопсы теперь я точно слышу. О, господи. Так, с пауком нужно поосторожнее чуть-чуть. Давайте попытаемся забраться вот так. На. Отсюда. Нет. Так. Вот так вот. Мастерски. Ну, просто чемпионский был бросок. Это было очень-очень хорошо. Так, хорошо. Давайте посмотрим, где шмопсик. Шмопсик вот тут вот тусуется. Тусовку тусует. Привет. И... Конечно же, магазин привлекательный. Но у меня сейчас просто нету дополнительных вещей, чтобы... Ну, да, то есть дополнительных денег, чтобы можно было извращаться в магазине. Так что давайте выбросим. Шмопса возьмем. Прыг на выход. Так, давайте посмотрим. Ну, целая полтора... Нет, 2000 монет. Ну, спасибо тебе. Так, камень падает. Оп, есть, умирает. 1200. Так, хорошо, потихоньку выбираемся из долговой ямы. Идем дальше. Так, давайте я кладу чайку. Хорошо. И... Чедай. Так, давайте тогда... Чедай, посмотрим, может быть, сразу же здесь будет. Нет, сундука на Чедай нету. Давайте тогда выбросим его вниз. Соберем шмопса. Хорошо. Прыгаем вниз. А вот он, сундук на Чедай. Да, по-моему, шмопс это правильно пойдет. Он там просто уткнется в паутинку. Да, отлично. Нет. Я не знаю, как продавец может еще за этих людей ограниченного интеллекта просить за них еще деньги, но. Ну хорошо, но если кто-то у него их покупает, то пускай. Так, давайте отсюда уйдем. Потому что там, ну, слишком опасно. Так, давайте посмотрим теперь. На скорпиона прыгнем и убежим. Хихикая, тупо. Понимаю, что мне придется вернуться там. Что-то было вкусное, по-моему. Денежно вкусное. Так, хотя нет. Обойдутся они без меня. Так, хорошо, шмопс. Отлично. И... Денежка. Есть. Так. На третьем уровне 20 тысяч. Слабо. Но зато мы собрали Чедай, что уже радует. Это хорошо. Так, давайте глотну чайку. Коробка. Шмопс. Они все рядом, все дружат. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Магазин с бомбами. У меня такое впечатление, что я туда к коробке и шмопсу как-то... Хитро мне придется добираться, поэтому давайте я сейчас вот так вот вас сделаю. И потом уже об этом не буду волноваться. Хорошо. Коробка, веревки.
Хорошо. Шмопсик словил немножко, но бывает, бывает. Спеланки — это такой мир. Жестокий. Так, теперь мы сможем... Давайте попытаемся так сделать это все. Нам не повезло. Скажу вам честно. Очень, очень, очень не повезло. Поэтому давайте попытаемся выбраться отсюда вот так вот просто. Так. И спускаемся. Деньги на бомбы стоит тратить или нет? Стоит? Нет, 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 нет. Хорошо, собака отлично пролетела. Не поранила себя, убила всех и запустила все. А у нас здесь сразу же и выход. У нас здесь побольше золота. Там он 1500 под этим чуваком. Есть, хорошо. И все. Давайте пойдем дальше. Так, 30 тысяч под окном пряли ползуна вечерком. И тут мы заходим в джунгли. И у нас начинает тикать черный рынок. Я понимаю, что не суждено. Шмопс, а также отсутствие бомб, делают это все очень-очень злым и непонятным. Так, давайте тогда попытаемся пока что все это обойти. Будем помнить, что там наверху, ну, очень-очень вкусные места есть. Так, здесь сразу же выход. Понятно. Я на этом уровне не собрал золото. Ну что ж, будем Ольмика убивать тогда, как бы, вот так вот. Руками просто. Понятно. Так, хорошо. Хорошо. Так, змейка лишняя. Нет, спасибо. Я откажусь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Шмопс, ну ты и забрался, вот скажу тебе честно. Вот бывает же иногда, а? Вот, занесет же тебя. Как ты похоронил себя в стенке? С моим отсутствием бомб. Так, хорошо. Ну ничего, ничего. Давайте забудем еще о том, что я без бомб не смогу открыть тебе секретный магазин. И пойдем дальше. Так, и мне сейчас уже просто хочется услышать тиканье, чтобы я знал, что я его пропустил. А, чтобы я больше не надеялся. Так, тихо, спокойно, спокойно. Не расслабляемся, не сдаемся. Следующий магазин, который будет, я закуплюсь. Ой, закуплюсь. Хорошо будет. Так, смотрим. Идолище поганое. 500 монеток? Нет, давайте идолище соберем. Есть. Что у нас здесь? Изумрудик. Не буду рисковать. Так, тут у нас беспорядок происходит. Давайте поднимемся сюда. Соберем изумрудик, соберем вот это вот. По-моему, там еще шмокпс у нас тусуется где-то рядом. Угу. Но у меня опять нету бомб. Это у меня навсегда в этом прохождении. Так. Я не знаю, зачем я сюда зашел. Скорее всего, я сюда зашел просто посмотреть, что я могу сюда зайти. Чисто теоретически, практически. Это был очень-очень слабый бросок. Лягушка, иди сюда. Видишь, как я убиваю твоих детей? Иди сюда. Иди сюда. На! Я обошел. Есть. Так. Давайте спустим себе туда веревку, потому что я не очень уверен, что я смогу отсюда спрыгнуть и не поранить себя. Есть. Угу. Ну да, без бомбы, без всего этого, конечно же, без шансов. Зато у нас теперь есть 51 тысяча. Ну что ж. Так, давайте. Мы играем. Не сдаемся, не расслабляемся. Все может быть еще выиграно. Точно так же, как в спеланке может резко не повезти, в спеланке может резко повезти. Что очень странно звучит, ну да. Резко, очень резко. Так, давайте вот так вот прыгнем. Теперь. Лягушка, ты будешь глупо прыгать? Нет, она не сможет. Хорошо. Давайте. Так, большая лягушка. Идолище поганое. Так.
Давайте прыгнем. Шляп. Абсолютно никакого урона я не наношу. Так, давайте спустимся. А, мать! Нет, 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 лягушки, лягушки. Не надо. Не надо! Скажу вам честно, тут не важно, что происходило. Такая ситуация могла произойти в любом случае. Были у меня деньги, не было. Был магазин секретный или не был, черный рынок. Так что, так, давайте я возьму с собой оперение. Потому что без него может нам оказаться очень плохо. Да, да. Иногда бывают ситуации, когда без оперения из дома выходить нельзя. Так, собираем это. Шмопсик у нас слева. Я его слышу. Я слышу его дыхание. Мышь. Мать твою. Мышь. Ты меня что, не слышала? Я ж тебе орал. Так. Давайте так возьмем, сделаем. Шмопс внизу. Да, я так и думал. Но мы к нему можем бесплатно попасть. Без использования бомбы всяких извращений. Запрыгиваем. Запрыгиваем. Спрыгиваем. Идем. Атя-па-па-па-па-па-па. 500 монеток все-таки возьмем. Так, шмопсиком я бросаться не хочу, пока у нас так много шипов рядом. И у меня всего лишь одна жизнь. Что очень. Ну, очень. Коробка. На! И змейка. Хорошо, все. Я ухожу. Первый уровень. Потерял 3 жизни. Ну, 11 тысяч, по крайней мере. Так, хорошо, идем дальше. Коробка. Две коробки. Скажу вам честно, мне было бы очень-очень интересно добраться и до той, и до другой. И, по-моему, мне вот эта бомба это разрешит сделать. Отлично. Есть парашют. Относительно полезная вещь. Особенно для таких, как я, которые забывают иногда, в какую игру они играют. И на какие расстояния они могут прыгать. Так, бомба-липучка. Ага, хорошо. Немножко денежек, которые я как-то не видел, куда они... А, вот они куда улетели. Шмопс. Есть, хорошо. Шмопс собираем. Пробегаем. Ничего не покупаем. И смотрим. Пробегаем. 2000. Я думаю, что не стоит из-за этого рисковать. Давайте шмопсиком убьем это. Нет, я без... А нет, я со шмоп... Я без... Нет! Я зашел раньше шмопс. Так, хорошо. По-моему, у меня такое ощущение, что я пытаюсь допустить все ошибки, которые я до этого еще не допускал. Так что, знаете, у кого-то где-то есть список. Хаг не допустил следующие ошибки. Зато в смерти мы тихонько спустились на парашюте. Так, все, спокойно. Спокойно, хорошо, хорошо, спокойно. Здесь ничего нету. Слышу шмопса. Уп. Так, смотрим. Где-то он... О, господи. Как? Вот как? Как ты сюда забрался? Дитятко. Так, давайте пройдемся здесь. Хорошо. Есть. Оп. Еп. Есть золото. Ловушка. А, есть, пропрыгнул. Все-таки ранить шмопса не хочется, неприятно. Так. Оп, есть. Давайте спустимся, еще пройдемся здесь. Целые 500 монеток. 7800, но зато у нас плюс один шмопс. Отлично, отлично. Хорошо. Нормально идем, нормально. Все хорошо. Так, здесь ничего. Абсолютно ничего. Пустота. Так, это я как-то вслепую прыгнул зря. Абсолютно зря. Змейка. Так. Шустрая какая. Постоянно убегала. Так, продавец. То есть, здесь он больше охранник. Так, вот здесь вот продавец. Бомба, липучка, бомба. Я думаю,
думаю, что все это я смогу где-нибудь на уровнях найти. Так, и вот если в этом горшке ничего не будет, то я ничего не смогу сделать с горшком, потому что я его уже разбил. Так, не будет мсти жестокой. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас такое творится. Где шмопсы? Где что? Игра, ты издеваешься? Да, она издевается. Так, так, давайте посмотрим, что у нас справа. Так. Паук. Спустись сюда. Спустись сюда. Паук, ну, вот сюда. Умри веревкой. Так. Смотрим. Ой, нет, я сказал смотрим, а не спускаемся и получаем себе стрелу в сердце. Давайте воспользуемся веревкой. О, вот. Не зря. Хорошо, это я помню. Мышка здесь нас обычно бьет. Так. Хорошо. Оп. И шмопс. Я сказал шмопс. Так, наклонился к нему, так, не буду брать его. Зачем нам эта собака? Сказал ниндзя. Мы пошли дальше. Молчи, ниндзя. Ты еще с прошлого раза мне должен. Хорошо. Нормально. Передвигаемся. Конечно же, сейчас, скорее всего, или на следующем уровне у нас будет учидай, который нужно будет найти. Да. Так, хорошо. Липучка. Чпочка. И еще немножко денег. Что приятно. Смотрим вниз. Никого и ничего. Паук есть. Иди сюда. Шмопс, я тебя слышал. Ты внизу? Да, вот он где. Я смогу к нему попасть? Да. Относительно. Я-то к нему попасть смогу, но вернуться ли? Так, давайте посмотрим, что я могу здесь сделать. Так, я во всяком случае могу взять этот камень. Так. И абсолютно его по-глупому потратить. Так, теперь давайте черепом. Вот так вот сделаем. Давайте пойдем возьмем шмопса. Отлично. Хорошо, так, скелет, ты не оживай. Рубин. Я идола тоже возьму, потому что подо мной, по-моему, и нигде больше нету продавцов. Давайте гляну. Нет, он есть, и это будет очень-очень рискованная операция. Даже если я его запущу сюда. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Нет, я скажу вам честно, я не хочу рисковать. Ссориться с ними это весело, конечно же, но... И чтобы делать такое длинное прохождение... Все, идем. Хорошо, все отлично. Пауки. Ну, просто чудесно. Так, давайте посмотрим, где у нас что такое тусуется, господи. Пауки, вправду пауки. Я как бы так сказал в самом начале, но не поверил. Оказывается, что и вправду пауки. Так, здесь у нас мы не падаем на шипы. Просто так. О, господи, боже мой, как учидай неправильно сел. Стал, лег. Так вот. Угу. Хорошо, а ключ где? Пожалуйста, не говорите мне, что он где-то наверху. Как раз еще одна липучка. Шмоб слева, так что это... А у меня всего лишь одна бомба осталась. Товарищи, скажу вам честно, это все очень-очень-очень пугает меня. Так, давайте я здесь просто пробегаю, чтобы посмотреть, нет ли здесь ключа. Так, если я не найду ключ, я очень-очень расстроюсь. Но это будет грустный-грустный хаг, который не нашел ключ, мать твою. Так, по-моему, я обещал, что расстроюсь, а не разозлюсь. Так, это две разные вещи. Где ключ? Где ключ? Уровень! Будь ты проклят! Где ключ? Так, давайте поставим на выходе его. Так, тут еще скоро к нам привидение наведается, так что это тоже нужно учитывать.
О, господи, боже мой, Нет, нет. Без вариантов. Хотя... У меня других вариантов нету. Так, давайте дождемся по... А, не сюда попадает! Умрите, умрите, огромная... пауки огромные. Ну что ж, давайте... Последнюю хорошую попытку. Мощную, стабильную. С везением. Длинное-длинное прохождение. Сейчас еще... Так, чтобы я только послезавтра отошел от этого прохождения. Прошел все. Просто все. Прошел все, что можно. И даже нельзя. Шмопс. Опять ты балуешь там. Я даже до тебя допрыгнуть не хочу. Я даже не знаю, хочу ли я до тебя допрыгнуть. Нет, знаешь что? В этот раз ты будешь мучиться. Так, понятно. Камень мне сказал свое мнение. Он меня не считает особо умным. Хорошо, камень. Я тебя тоже особо умным не считаю. Так, давайте здесь проскочим. Здесь пробежим. Мне очень повезло. Слишком. И пойдем дальше. Так, хорошо, хорошо. Все могло бы быть и хуже. Не знаю как. Но могло бы быть. Так. Горшок ночной. Нет, камуфек. И хорошо. Так, сразу же у нас здесь оказывается есть сундук для учидая. Хорошо, давайте тогда. Когда он сверху, значит, все, что мы ищем, будет снизу. Очень, очень хорошая вещь. То есть мы сможем так или иначе побегать, поискать. Так, пособирать денежки и всякое такое. Оп, есть. Ай-яй-яй! О, ключ. Рядом со шмопсом. Все понятно. Все понятно. Иду обратно. Так. Вот так. Прыг. Есть денежку. Давайте соберем. Рубинчик. Мывка. Мывка. Не наглеем. Не наглеем. Ага, хорошо. Пауки, мывки. Ну, это не страшно, это не страшно. С этим мы разберемся. Так, давайте ключ. Почему ключ не вставился в скважину? Я же так прямо бросил. Ну, по идее, мог бы попасть. Было бы прикольно. Так, хорошо, шмопс. Продавец, который меня не соблазнит. И мы пойдем дальше. Все, хорошо. Итак, у нас на третьем уровне учидай, 21 тысяча. Так, хорошо. Я слышу шмопса. Где ты уже спрятался? Нет, не здесь. Я явно забыл то, что мне обязательно нужно забрать с собой вот эту коробку. Твою паучью мать. Вот честно, вот от сердца тебе желаю долгой жизни, а? Паук, что ж ты со мной делаешь? Это же... Так, спокойно. Тут, по идее, на одной жизни тоже можно пройти. Самое главное, не глупить. И с 15 жизнями тоже можно умереть, потому что тут есть такие враги, которые решают проблемы. Слишком большого количества здоровья. И я, к сожалению, так и не нашел шмопса. Я как-то сам себе... Нет! Знаете что? Я понимаю, тут уже мало времени осталось. Знаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас пойдем в джунгли и попытаемся освободить пирата. Вот. Вы мне о нем в комментариях кричите. Все. Вот теперь мы пойдем, побегаем за пиратом. Не будет, не страшно. По крайней мере, закончим как-нибудь, хоть как-нибудь продуктивно сегодняшний эпизод. А то как-то огромная-огромная куча фейлов получилась. Лягушка, молодца. Решила все-таки взрываться. Так, язык-соблазнитель. Давайте соберем все-таки вот эти все монетки. Так, чуть-чуть денежек, хорошо.
Я не знаю, зачем я их собираю, но может быть, нам это пригодится. Может быть, мы наткнемся на хороший магазин. Так, обезьянам, мать вашу. Чтоб вы все обезьяны вот там вот на шипах поумирали. На! Ха-ха! Как я метнул! Метнул этот магазин. Я не хочу с ним ссориться. Осторожно, осторожно. Оп, видите, можно, можно на шипы запрыгнуть. Если очень-очень неосторожно себя вести. Так, тут взрывучка. Давайте будем надеяться, что она взорвет вот этого дядю. Дядя, умрите, пожалуйста. Оп. Вернемся в ма... Я сказал. Вернемся в магазин. Нет, нам придется потратить веревку, чтобы вернуться в магазин. Так, перчатки, ты 10 400. Серьезно. Как раз идолище поганое, оно у нас рядом. И его относительно легко собрать. Поэтому давайте поставим собаку сюда. Так. Так. Убьем мужичка. Взорвем его абсолютно жестоко. Так, есть идолище буганое. Оп. Ну вот, вот так вот. Вот. Так, спокойно. Хорошо. Я, конечно же, абсолютно не знаю, будет ли у нас... как его? Так, вот теперь я могу себе перчатки купить. Я могу себе купить и это, и это. Будет ли водяной уровень? Но джунгли пройти просто. Потренироваться немножко. Поднять себе настроение, а то... безобразие творилось постоянно сегодня. Так, хорошо, прыгает. Так, скелет есть. Я шмопсика не хочу выбрасывать. Вот здесь вот его можно бросить. Так, привидение. Понятно. Намек понятен. Так, тихо. Это очень-очень-очень-очень опасно. Так, знаешь что? Вот, вот что растение гадкое. И мы пойдем дальше. Все, вот, вот так вот. Так, ну что ж. Пока что воды нету. И как раз для подводного уровня нам бы очень-очень пригодился дробовик. Давайте здесь вот так пройдем. Так, так уж и быть. Уговорили. Уговорил меня уровень. Так, пройти. Мышка. Так, молодец, бумеранг. Что у нас еще здесь? Ничего нету. Давайте. Так, мышь, ты совесть имеешь? Или как? Или нет? Или совсем нет? Ну, у нее, скорее всего, есть. У нее мышачья совесть, которая как бы на людей... О, господи, бедный шмопс. Так, не рассчитано. Так что, скорее всего, к мышкам мыши относятся хорошо. А вот ко всем остальным относятся как летучая мышь. Абсолютно-абсолютно отвратительно. Так, хорошо. Я даже не упал растению в рот. Нет. Я умер и скормил своего шмопса растению. Вот, идеальное... идеальный финал для этого эпизода. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.